В день открытия Олимпиады в Сочи в Иванове начала работу выставка, посвященная истории международных игр. Два ключевых события, которые привлекли организаторов – игры 1980 года в Москве и нынешние соревнования. На экспозиции представлены спортивные награды, инвентарь из прошлого и сувенирная продукция. Школьники областного центра первыми могли ознакомиться с экспонатами. Дети очень любят здоровый образ жизни, они очень увлекаются все спортом. Большая часть детей занимается в спортивных секциях, и они участвовали и выбрали талисмана на игры 2014 года. И сегодня на классных часах они тоже подготовили сообщение о предстоящей Олимпиаде. В центре выставочного зала олимпийская чаша. Именно ее факелоносцы зажгли 17 октября. Всего таких чаш в стране 72, в каждом регионе. Поэтому организаторы не считают ее жемчужиной коллекции. Гораздо важнее, по их мнению, деньги и конверты с олимпийской символикой – зайцем, мишкой и леопардом-сноубордистом. Главное в символе Олимпиады – это способность отразить дух народа, то есть страны, которая Олимпиаду принимает. По мне, так олимпийский мишка больше как-то отражает гостеприимство и силу. Я не знаю, как заяц может отразить какие-то национальные качества. Школьникам символы Олимпиады 80, видевшим только на картинках, современная сувенирная продукция нравится, и сами игры вызывают интерес. Я очень люблю спорт, и поэтому я буду смотреть Олимпиаду, и мне очень нравится вид сноуборд. Я очень буду ждать этого вида спорта и смотреть его. Стать ближе к Сочи можно и в самом центре Иваново. Выставка продлится до марта. Сотрудники музея рассчитывают на большой приток школьников и студентов. Именно здесь можно буквально ощутить связь времен и спортивных поколений. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.